Я хочу знать все, что ты знаешь о банде Винтерхилл. И особенно о твоем боссе, который сейчас в бегах. Джеймсе Уайте Балджере. Что ж, начнем. Поначалу Джим крутился в небольшом городке. Очень умный, дисциплинированный. Бей, Берн. Хорош. Но постарайся, потому что если я встану, ты ляжешь. И вдруг бац, он уже авторитет. И знаете почему? ФБР позволило. Я вырос с Джимми и его братом Билли. А такую связь ничем не сломать. Твой брат ввязался в какие-то темные дела. Дела Джимми? Это дела Джимми? Всем нам нужны друзья. Даже Джимми. Даже тебе. Я могу помочь тебе, Джимми, а ты мне. Это сделка. Пусть ФБР за нас впрягается, а мы пока своими делами займемся. За успех. Мы только начинаем. Бум! Они играются. Делают из ФБР идиотов. Мы их глубоко копнули. И он это знает. Помоги нам, Бог. Почему никто не взял Уайти Балджера? Он причастен к каждому преступлению в городе, а ФБР говорит, что он чист. Ну а что Балджер сделал? Что он сделал? Да все. Не говори со мной так. Ты изменился, Джим. Если он дал мне слово, он его сдержит. Простите. Да. Это ваша машина? Да, да. Ягуар? Да, да. Сколько же вы зарабатываете? Ну, за прошлый месяц где-то 72 тысячи. Покажите мне, что точно 72 тысячи, и я хочу работать на вас. Слушай, я ухожу. Меня тут на биржу труда зовут. Мое имя Джордан Белфорд. В нежном возрасте 22 лет пытливый ум и амбиции привели меня на Уолл-стрит. Объясню еще раз. Деньги клиента должны перекочевать из его кармана в твой. Но если зарабатывать и для клиента, так будет выгоднее для обоих, верно? Нет. И я ушел с биржи и создал свою фирму. Ваша аудитория – 1% из всех американцев. Я люблю три вещи. Люблю свою страну, Иисуса Христа, люблю обогащать людей. Алло? Но нужно было выстроить не только свой образ. Вот план, по которому я научу каждого из вас быть лучшими из лучших. У нас величайшая компания в мире! Я становился человеком-легендой. Так вы не женаты? Да, но разве мы не можем быть друзьями? Нет, уж точно не друзьями. Я сделал столько денег, что не знал, куда их девать. 26 тысяч долларов за ужин? Отец, мы уже не бедные. У нас большой навар. Сэр, он прав. Он что, лечит от рака? Навар как раз и лечит от рака. Именно поэтому он так дорого и стоит. 22 миллиона за 3 часа! Главный вопрос, было ли это легально? Ну, конечно же, нет. Они все снимают, мы под колпаком. Добрались. Старик, все хорошо. Они добрались, да? Все хорошо. Это страна великих возможностей. Вы пытаетесь подкупить федерального агента? Это Америка. Это мой дом! Ты просто пешка. Это я-то пешка? Шоу продолжается! Чтобы убрать меня, им придется создать нового бога! Я никуда не уйду! Я не работаю на тебя. Мои бабки на твоих сиськах, значит, работаешь. Лондон, 60-е. Все только и говорят о братьях Крейг. Я тут, чтобы настреляться вдоль.
Зачем тебе скалка? Испечь мне торт? Рэч! Можно дать сдачи? Это братья Крей. Рональд и Реджинальд. Ты сводишь меня с ума. Ты, наверное, Фрэнсис. Привет. Думаешь, мы похожи? Тебе нравится быть гангстером? Мне нравятся деньги. И уважение. Твой брат Рон – конченый псих. У него не все дома. О, нет. Нет. Стрелять! Да, стрелять! Как в вестернах. Я говорю о гангстерах, то есть о нас. Мафия навела справки. Лондон станет европейским Лас-Вегасом. С нашей помощью. Поезжай в Филадельфию. Привези оттуда итальянку. Что скажешь? Предпочитаю парней. Итальянцев, иногда греков. Я непривередлив. Какой смелый. Признаться в таком. Мы с моим братом будем править Лондоном. Что, уже не смешно? Ты спятил? Разберись с Роном. Я не могу. Он мой брат. Зачем мне такая жизнь? Она знает о нас слишком много. Если будет надо, достанем их из-под земли. Я не брошу своего брата. А кто не бросит меня? Криминал такой же бизнес. Вы же не хотите войны? Вообще-то хотим. Взгляни на себя, Рон! Ты псих! Твоя кровь гуще воды. Ты ударил? Ты же никого не боишься, только себя. И тебя. Это управление по борьбе с наркотиками. Немедленно зайдите на посадку. Что он делает? Меня зовут Барри Сил. Возмещаю ущерб. И сестре тоже. Привет, красавица. Купишь новый велик. Примерно так все и было. Вы меня не видели. Лучший пилот гражданской авиации. Не пристало такому асу летать на аэробусах? Добро пожаловать в Майами. Добро пожаловать в Бейкерсфилд. Тебе никогда не хотелось чего-то большего? Ты должен служить стране. ЦРУ? Надо кое-что кое-куда доставить. А это законно? Если работать на хороших парней. Барри Сил, черт возьми, ты гений! Да! Авиакомпания платит тебе зарплату, и мы на нее живем. Так нам будет лучше. А это законно? Ты мне доверяешь? Нет! Выходим на новый уровень! Пес раскопал это на заднем дворе. Деньги валяются повсюду. Я соберу их утром. Полиция! Всем оставаться на местах! Оружие, наркотики, отмывание денег. Готов подарить каждому по Кадиллаку за причиненные неудобства. Я уйду отсюда в любом случае. И никто из вас меня не остановит. Он свободен. Так, не понял, минуточку. Сори, остались без Кадиллака. Я работал на ЦРУ, наркоконтроль и Пабло Эскобара. 1500 килос. 15 килограмм. 1500, Барри. За один раз. У тебя нет выбора. Сделано в Америке. Пристрелите американца! 5, 4, 3, 2, 1. Magnolia Pictures представляет. Привет. Я забыл, зачем пришел. А
посол. Помните моего старшего сына Дэвида? Дэвид Маркс, конечно. Посмотри на нее. Она идеальна. Что ты имеешь в виду? Представляешь, ей нравится все, что бы я ни делал. Она просто мало тебя знает. Ты не замечаешь суровую правду жизни. И что же это? Она никогда не станет одной из нас. Правда, это классно. Ты выйдешь за меня? Ты молода, у тебя красивый муж, у вас есть деньги. Идеальная жизнь. Основана на реальных событиях. Твой дед не просил меня присоединяться к совету директоров. Это было и так понятно. Ты должен закончить некоторые дела отца. Я никогда не была ни с кем близка. Я вообще не знаю тебя. Дэвид, с тобой все в порядке? Ты видишь меня таким, как тебе хочется. Я другой. Зачем тебе отказываться от всего только из-за него? Номинант на премию «Оскар» Райан Гослинг. Кирстен Данст. Я попросила его отпустить меня. Обладатель премии «Оскар» Фрэнк Лангелла. Красивая жена, богатый муж. Это всегда будет в новостях. Между деньгами и властью. Отец, почему ты просто не дал ей то, что она хотела? Между секретами и ложью. Мужья постоянно лгут. Скрывается правда. Мы же договорились. Где никто не видит. Все самое хорошее. Если со мной что-то случится, не дайте, чтобы им сошло это с рук. Это моя работа. Я агент под прикрытием. Я общаюсь с преступниками и убийцами. И вру. Вру напропалую. Вашингтон требует, чтобы перехват Д стал крупнейшей операцией в нашей истории. Пабло Эскобар и его главный сбытчик Роберто Алькаино. Мейзер, ты собрал? Мне кажется, мы все делаем неправильно. Мы идем за наркотиками, чтобы выйти на главарей. А что, если пойти за деньгами? Нам нужны новые подставные имена. О, смотри, Фальконе. На даты посмотри, посчитай. Мне уже сколько, по-твоему, 77? Ну и чё ты, скукожный и жухлый, раз нет? Так, все, пошли. Боб Музелла, этот подходит. Здравствуй, жизнь воровская. Погнали. Добро пожаловать в США. Оспина отмывает деньги для Эскобара. Мне нужна личная встреча с вашим боссом. Это были пробы. Ты их прошел. Ну, мистер Музелла, и какой мне от вас прок? Это тебе подарок от меня, мистер Боб. У меня невеста. И чё? Какая невеста, Боб, а? Ты под прикрытием. Знакомься, твоя будущая жена Кэти Эрц, Боб Мейзер. Совет вам да любовь. Блин, а можно мне тоже невесту? Вам когда-нибудь гадали по руке? Успех вам предназначен судьбой. Знаешь, кто отмывает больше всех денег в Штатах? Честно, я думал, я. Ты подставился по полной, и не дай бог ты сложаешь. Я под угрозами не работаю. Ни ты, ни я не можем навязывать свои условия Дону Пабло. Это коп! Одна ошибка, и мы трупы. В моем бизнесе без доверия ничего хорошего не бывает. Тебе что, угрожает Пабло Эскобар? У нас есть шанс взять их всех. Мы все были славными детьми из хороших семей. Мы выросли вместе. Ты это видел? Мы притворяли в жизнь нашу версию американской мечты. Но заправлял всем Джонни. Давай 500. Наркоторговец номер один. Он тебе продал? Да. Здорово, Джей. Я обещал тебе провернуть дело. Что случилось? Все сорвалось. Я должен получить свое. Фильтруй базар, Джонни. Я не из твоих шестерок. Раз уж наставил пушку, то уж лучше спусти курок. Ты всем запудрил мозги, но я на это не куплюсь. Джонни, это не брат того парня, который тебе дал? Тормози.
Эй, эй, здорово! Я же ничего не сделал! На основе реальных событий. Все это очень скоро уладится, я обещаю. Старший брат мальца должен деньги. И Джонни держит его, ну, типа, как гарантию, пока ему не заплатят. Ты типа выкупа, что ли? Как романтично. Это ничего, зато будет потом, что внукам рассказать. Заложник. Сегодня тебе повезло. Залезай. Где ты? Я здесь. Где ты? Я здесь. И хватит улыбаться, а то всем все понятно. Им казалось, что жизнь — это вечеринка. Ну что, тебе нравится? Да. Но как далеко можно зайти? Мы не можем так просто взять его и увезти. Я же тебе это и говорил. Этого парня похитили. Успокойся. Когда нет пути назад. Если просят выкуп, на пожизненное тянет. Скажи мне, если бы я предложил 2,5 штуки, ты убрал бы мальца? Ты что, совсем спятил? Надеюсь, ты пошутил? А что, если я скажу, можешь сесть в автобус и поехать домой? Я не хочу создавать проблемы моему брату. Тебе придется это сделать. У тебя нет выбора. Я не хочу в тюрьму. Что происходит? Я тебя спрашиваю, что происходит? Все стены заклеены объявлениями о пропавшем. Надо прийти с повинной. Альфа-Док. Я бы никогда не заложил вас. Теперь мы в этом уверены. Скоро на экране. Я должна быть в аэропорту через 45 минут. Жена. Счастливого пути. Мать. Я тебя люблю. Обещаю хорошо себя вести. И я тоже обещаю. Слышала, мы будем вести себя примерно. Тайный агент. Я хочу, чтобы ты руководила операцией особой важности. От режиссера идентификации Борна. Ты работаешь на террористов. Кто вы? Если выйдешь из машины, я не смогу тебя защитить. Ты даже не представляешь, на что мы способны. Основано на реальных событиях. С целью установить факты, вице-президент получил доклад о закупке материалов для создания ядерного оружия. Мы должны подобраться ближе. Они обратились за ответами к ее мужу. Это мое мнение. Сделка подобного масштаба не могла состояться. Там работают мои люди. Все они говорят одно и то же. Но когда правда была предана огласке... По-твоему, в Белом доме хотят услышать, что там не было никакой ядерной программы. Нужно изменить легенду. Они заставили заплатить за все ее. Беллари, а тебе пишут в газетах, что ты агент ЦРУ. Уилсон никогда не работал на ЦРУ, но его жена... Оперативный сотрудник управления. Ты убивала людей? Я не могу ничего сказать. У меня ответственная операция в Багдаде. Беллари, все кончено. Номинация на Оскар. Наоми Уоттс. Мое имя попало во все газеты. Лауреат премии Оскар Шон Пенн. Ваша жена предательница. Как вы смеете говорить так о моей жене? Вы ее не знаете? Мы знаем, где ты живешь. Они угрожали убить мужа, причинить вред детям. Мы должны дать сдачи, иначе они уничтожат нас! Они будут давить, пока не найдут слабое место и не сломают тебя. Но и меня не сломать. У меня нет слабого места. Игра без правил. Скоро на экранах. Я был лучшим игроком на тотализаторе и так преуспел, что за это мне был дарован рай на земле. Я стал управляющим самого крупного казино в Лас-Вегасе. Казино «Танжер». Лас-Вегас, 70-й год. Деньги. Если я управляющий, все будет по-моему. Никто не помешает тебе управлять казино. Даю гарантию. Власть. Ники, видишь того парня? Он намного денег приносит. Глаз с него не спускай. Понял. Ты только посмотри, сколько здесь денег. Может, и мне тут поработать? Ты учти, тут все серьезно, не выделяйся. Здесь таких, как мы, не жалуют. Страсть! Денежки свои любишь. Получи! Я хочу остепениться, завести семью. Я не по той части. Будешь обеспечена до конца дней. Ты меня всего 3 месяца знаешь. У них было все. Они правили балом. Они жили в раю. Но всему приходит конец. Фрэнки! Universal Pictures представляет. Его голову нашли в пустыне. Это плохо. У нас проблема. Фильм Мартина Скорсезе. Он меня не слушает. Может, ему скрыться на время, уехать? Все решено, сэр. Я выйду из игры.
Я старался тебе помочь, хотя и знал в глубине души, что ты мне яму роешь. Я тебе... Да ты сам себе яму вырыл. Роберт Де Ниро, ты моя вторая половина. Тебе можно доверять? Можно или нет? Шерон Стоун. Я пойду в ФБР, я пойду в полицию и больше не буду тебя выгораживать. Джо Пеши, чтобы я из своего города уехал? Да кем бы ты был, если б не я? Он непредсказуем. Нет, прекратите! Ты понимаешь, что из-за тебя нас всех могли убить? Хочешь от меня избавиться? Ну так давай, я жду. Казино. Здравствуйте, я выхожу в прямой эфир, находясь неподалеку от Олимпийской деревни в Мюнхене, Западная Германия. В настоящий момент в заложниках удерживаются 8 или 9 спортсменов израильской команды. Эти боевики из группировки «Черный сентябрь». Заложники остаются под прицелами автоматов. Достигнуто соглашение, израильтяне исчезли. Силы охраны правопорядка прямо перед нами расположились. Очевидно. Не выжил никто. Любая цивилизация в определенный час идет на уступки своим собственным ценностям и принципам. Вы готовы взяться за выполнение важной миссии? Вам придется покинуть страну, свою семью. Если откажусь, я не смогу нормально жить. У нас есть имена 11 палестинцев. Они были причастны к Мюнхенской трагедии. Вы убьете их всех. Одного за другим. Ячейка в банке будет единственной связью между нами. За каждое имя 200 тысяч. Я буду один? С тобой еще четверо. Они во многом разбираются. В документах, машинах, в уликах. Он ляжет в постель, и устройство сработает. Когда я выключу свет, это будет сигнал. Странно. Представлять себя наемным убийцей. Представляй себе кем-нибудь другим. В чем дело? Он уже должен был взорваться. Мы нашли для тебя еще троих. Вы знаете, сколько законов мы нарушили? Он возьмет трубку, мы взорвем бомбу. Алло. Алло. Мы должны быть праведниками. Я теряю праведность, а это... Это моя душа. Это твой папа. Не забывай мой голос. Вам кажется, что на бегу вы оставляете позади все свои страхи и сомнения.